я сама его не отмечаю, а отмечать ли другим, это в зависимости от того, ну, признают или не признают такие традиции. И, соответственно, это решение каждого человека. Если считает, что действительно есть какие-то корни у этого праздника, и это может как-то разнообразить повседневную жизнь, почему бы и нет. А вы почему не отмечаете? Я как-то не сторонница таких праздников. Я считаю, что, ну, немножко они мрачноватые. Нет. А почему? Это не российский праздник. То есть, ну, просто не хочется. Не хочется? Нет. А мне думаю, что так не везет весь день-то? То на работе любимый человек не пришел, который мне нравится. Оказывается, дело в празднике, да, походу? Ну, вы будете его отмечать? Если получится. Я хожу на вечернюю смену, у меня по работе. Нет. А почему не будете? Потому что у меня дела. Ну, как-то я в России живу, зачем мне американские вот эти вот праздники? Я люблю российские праздники. Новый год, 8 марта. А как вы считаете, нужно вообще праздновать это? Нет, я считаю, пусть США празднуют. У меня времени нет на это. Только из-за времени? Ну да. Ну, почти уже начали. Как? Купили конфетки ребенку. А почему вы его празднуете? Да, ну, мы не празднуем, просто чисто символически.